Вот это вот я хотел. Дело в том, что люди покупают все такие фотографии. Так. И я для чего? Я просто, ну как сказать, ну просят прокомментировать. Я комментирую. Смотрите. Итак, эта фотография рекламная. Она присутствует на сотне, на двух сайтах. То есть подразумевается, что клоновидные яблони это гарантированно плодоносят, обязательно будет сумасшедший урожай. И то, что фотографии все сайты лепят чужие, ну, фотографию кто-то один сделал, да, а лепят их сотни. То есть своих нет, они перекупщики, понятно, где увидели, чтобы наши питомники, ну, не считая там, допустим, а вот одного-двух, так, вот. Ладно, не буду фамилии говорить, не буду. Тичина уже умер. Вот. Преемники молодцы, только широкий прокат, есть такое выражение, широкий прокат, если бы про фирму, нельзя пускать. Давайте рассмотрим эту фотографию. Сами напросили. Ну, видим, ну, вот она ветка. У меня на деревьях таких веток может быть сотни, на одном дереве. Ладно, пускай. Смотрим на дальний план. Ну, какой идиот, если ясно, что здесь нижние ветки также бы это самое плодоносили. Куда бы она делась? Это же прививка. Значит, штамба ей не положено. И вот эта дурь, когда даже у колоновидок не просто любой саженец делает штамп, отрезает ветки. Даже у колоновидок, у которых и так, посмотрите, ни хера нет урожая и быть не может. Ведь тот, кто вот это разместил, он что, не мог вот так отрезать? Любой компьютерщик, Юрий Владимирович, Железо, ты мог вот так сделать? И я бы вот такие вот бы под видом вот этих колоновидок продавал бы всякую туфту. Можно вот это отрезать? Ты компьютерщик. А? Нет. Даже на это мозгов нет. И вот на одной фотографии, где примерно пол ведра яблок. Дальше искалеченное дерево долго не проживет, потому что это здесь сосудистая система между ранами. Вот так. Вот. Она не выкормит дерево. Почему здесь нет яблок? Почему их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь? И это уже предел. Уже половину, две трети урожая никогда не будет, они бы тут были бы. Следующие два. А посмотрите на дальний план. Это колоновидно, видите, тоже штамп. И целое яблоко висит. А на том, смотрите еще туда дальше, целое яблоко висит. Вот это и есть правда. Какое-то дальше слово я хотел применить грубое, но уже устал. Придумал, что лишние скелетные ветки не плодоносят. Я вам сотню фотографий могу, где буквально до самой земли плодоносят. Ладно, следующая фотография. Жаль, мы не успеваем. Вот прошу прощения, кому я обещал, много потратил времени на самогонный аппарат и желудки. Вот. Как же быть-то? Нет, все-таки я уже обещаю на следующий раз двоим-троим, кто уж действительно это. Я точно с них начну и себя не срезу, пока не покажу до конца. А то время-то осталось 7 минут. Вот. Но это не менее важно. Это моя груша, груша Лада. Вот эти ветки умирали, потому что я с них срезал с каждой по полсотни черенков до того. Сейчас, ну, меня могут спросить ниже, это почти случайно, можно и вот эту тему. Вот эта ветка полноценная, ее даже можно привить. Вот эти ветки можно взять на прививку. А вот эти ветки, они вылезли из, прямо из-под коры. И я их называю спящие, слепые. Или ветки, мы не дошли до этого, до грандиозного открытия моего, которое отменяет не только Мичурина, который заодно... Нет, не Мичурина. Я оговорился. Чарльза Дарвина. И всю систему, которая называется атеизм. Якобы атеизм – это наука. Атеизм – это дурь собачья, невероятная, тупая, невежественная. Вот что такое атеизм. Если кто-то говорит, я атеист, это равноценно, я дурак. Вот. Я специально говорю, чтобы кто-то подумал. Но... А разъяснения будут в следующий раз. Время наше заканчивается. А вот это, да, потом меня подробнее будет. Это я показываю, что эти ветки отсохли, я их отрезал. Не за подлицо.
не делал раны на штамбе. Вы убедились, что здесь никаких грибов, никаких мертвечины нет. А были бы вот эти раны, дерево бы давно погибло, если бы я сделал бы обрезку на кольцо. А вместо этого оно живо выбросило кучу побегов снизу, потому что нижние скелетные ветки такие же ценные, как и верхние. Вот. И только дурная вот эта система требует, чтобы вот этих веток не было. Это неопознанная, не это самое, непознаваемая средним вот этим вот, ну, назовем их ремесленниками. Это не мы с вами. Леденков назвал наш курорт самый интеллектуальный в России. Поверьте, даже кто-то, если здесь новичок, он уже сегодня столько узнал, сколько не знает вся Академия наук, включая Тимирязевку и прочее. Понимаете? Даже сегодня, то, что вот за 2 часа, несколько тем раскрыто. Ну, как мог. Вот. И, кстати, знаете, я вот это пропустил. Арсен Мрткумов. Благодарю. А то хотел весной покупать несколько таких яблонь для замок. Я уже одному хотя бы Арсену с деньги сэкономил. Не будет у вас никакого урожая на этих самых. Не будет. Вот их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Только в пределах видимости. Только одна даст пол ведра. Восемь. Пол ведра. Ну, это, если все вместе, все мир урожай. Все. Искалеченные деревья, искалеченные человеком, который невежа невероятный. Но он не виноват. Это невежество всей науки. А потом ниже еще, по-моему, было. А нет. Ой, сейчас самое интересное начинается. Все, ребята, время кончилось. И я прошу прощения, у меня тут самая интересная тема. Вот это еще можно улучшать, улучшать, улучшать. А когда воруют, делают так, смотрите, раз, мою линейку. Посмотрели на это мы, которых Исакова сказала это самое, что вегетативная гибридизация – это лженаука. Вот. Вот эта линейка лженаука, ее отрезают вот так. И на чужих сайтах вот это вот красуется. Поняли? Ладно, наше время истекло. А я хотел, знаете, что вам показать? Я вам хотел показать супер мичуринец. Вот эти вот, да. У меня уже есть, это те, которые 100 грамм перевалили. У меня есть уже супер академик, супер королевский. Я супер присваиваю, потому что на самом деле плоды увеличены в 2-3 раза. Супер бай, супер серафим, видели Елену Санову с такими плодами. Супер мичуринец, супер Петр Великий. И я совсем забыл, супер... Ладно, короче, потом допишу, главное, хоть одно слово. Еще супер поздний Филиппио. Итого, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот это уже есть супер. Супер, вот он. Это супер манжурец, то есть уже доведен до этого состояния и до вот этого состояния. Это два варианта уже супер мичуринца. В надежде, что увеличился до таких размеров, став абсолютно культурным. Еще десяток вариантов у Вавулина, который про меня забыл, у доктора наук, так? Вот, и больше там вариантов, я ему больше выслал, 70, может 10, может 20, все забыл, может 15. Вот. И у него еще сколько вариантов. И самое крупное у него было, он пишет, 37 грамм. Вот. Видите? Фаина мертва. Мертвечина и тут нету. Грибы никогда не полезут на здоровое дерево. Опрыскивать его не надо. Поняли? Вот. И уже окультуренное с помощью вегетативной гибридизации, инфицирования по железам, плоды на мичуринце стали вот такими. Это другой вариант. И никогда не надо бояться, не надо бороться, не надо ничего этого отрезать, только лишняя рана будет. Мертвечина умрет, здоровое дерево останется. Пройдет 5, 10, 20 лет, а оно будет живо. Вот. Вся эта борьба с грибами – величайшая ошибка на планете.
Миллионы тонн яда химиката. Вы представляете? Одно из моих величайших открытий со всех времен народа. Хватит на сегодня? Нет, добавлю. Когда мы видим 40 обработок в промышленных садах, они действуют не только. Дело в том, что там обязательно та самая проклинаемая обрезка, узкие формы, чтобы ходили трактора, максимальная автоматизация, не слезая с трактора. Так? Вот. Обрезка капитальнейшая, деревья больные, отсюда тля, жуки, 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 и опрыскивают не только от грибов, а еще и от насекомых. Но промышленный сад без калечения невозможен. Так? А нам ничего не грозит. Вот эта фаина погибла? Погибла. Бывает. Ее не принял этот самый подвой. Вот он подвой. Но сам окультурился. Заразился. Вот он. Вот и как раз мое время истекло. Хоть это успел сказать. Ребята, я прошу прощения. Вот ваши письма сейчас покажу. Сколько тут интересного. Вот. Видите, Арсен, умоляю, простите меня, не успел. Потому что я не могу пропустить ничего. Пусть меня болтуном считают. Вот оно, настроение ментора, активная гибридизация. Вот. Это уже ваше это самое. Вот. Вот как происходит, то вы упоминаете это самое. Телегонию. Вот она, телегония. Вот. Потом пойдут эти самые прививки, самые разные. Тоже вопрос ваш. Как быть-то? Если два черенка, оба оставлять, если вдруг рост пойдут. Да, оба. Но один сильнее подрезать, станет боковой веткой. А подробнее, извините, в следующий раз, ладно? Вот. Ваш вопрос же, извините, он касается... Вот здесь, вот это, вроде бы, волчок, но он полноценный. Вот здесь ветка отмирает, привил и нормально. И ветку взял вот эту, например. Это культурная ветка, это культурное дерево. Понимаете? Вот это и есть академия. И вот получается так, что и ветку можно менять, например, и в нее внедрить черенок, используя как подвой. Все это можно, но не всегда. А вот это уже нет. Это появилось, смотрите. Это полноценная ветка из полноценной почки. А вот это, допустим, это 3 года, а вот это 2 года. А выше вот так вот пошли однолетки. Вот так. Вот. А вот это нет. Извините, еще пару минут. Но хотя бы так вам отвечу. А подробнее в следующий раз. А вот это, и спящий ли, слепой ли, или, как я считаю, ну, мнение разное. Мы тоже разные люди. Помните, кто-то сказал? Нет. Это под корой просто почка отсиделась. Может быть, резервная. А может быть, по железу. Это просто в таких случаях, когда опять, видите, страшная рана. Просыпается возможность использовать, дерево использует возможность клетки. Вот той самой, которая под микроскопом еле видно. И она держит в себе образ целого дерева и выращивает его. А вот здесь уже смотрите, вот это уже не годится на прививку. По крайней мере сейчас. И на прививку в качестве подвоя и ветка. А это уже можно, но это второй сорт. Вот настоящее. Всегда за веткой трехлеткой должна быть двухлетка, а за двухлеткой однолетка, и вот эта однолетка есть привод. Господи, все впереди, ну когда же я вам все это расскажу? Кстати, уже рассказывал. Так, Арсен, без обид, ждем следующего раза. Вот. Начну с вас, обещаю. Ну что делать, ну, где я возьму, знаете, как анекдот? Мужика, а где я тебя ночью мужика возьму? Вот так и тут. Где я возьму лектора, который все это вам расскажет? Да еще так, чтобы вы не услышали. Так, друзья, закончили.